Ульяновцы отыскали в толковом словаре Владимира Даля 338 симбирских слов. Благодаря проекту «Симбирские лингвисты» 112 участников, читатели библиотек, школьники и все любители русского языка полгода искали слова. Участники акции в работе использовали не только четырехтомное издание словаря, но и онлайн-словарь. И в предварительной работе мы были связаны очень тесно с краеведом Сергеем Борисовичем Петровым, который внес инициативу и присвоение имени Владимира Ивановича Даля, и внес предложение создавать региональный словарь симбирских слов толкового словаря Владимира Ивановича Даля. По мнению участников, найти симбирские слова в словаре Даля несложно. Они помечены буквами СМБ, СИМБ. Есть также слова, указанные симбирским корреспондентом Наумовым. Прежде всего, очень серьезные философские понятия обнаружил. Это ведь на небольшой территории. А вот какие? По-человечно. Нас с вами поголовно считают, правда? Ну, поголовно лучше считать баранов, там цыплят. А это только по-человечно. Это такая категория, как бы охватывающая все человечество. На основе старинных слов в Ульяновской области уже созданы игрушки. Колебятки, баляночи, бурашки. Их автор – председатель Симбирского центра славянской культуры Владимир Ланько. Он тоже присутствовал на презентации проекта со своими игрушками. Очаровательнейшее слово – дрюпень, что означает дрыхало, сонный лентяй. Я думаю, что можно будет поставить при изучении курса, значит, истории литературы. Вот кто такой Обломов? Простой дрыхало, сонный лентяй, или у него что-то есть еще? Или, скажем, Рагоза, ну, такой неуживчивый, злой человек. А то же самое Грымза, вредный старикашка и старый корга. По мнению Сергея Борисовича, благодаря найденным словам, есть возможность узнать, чем занимались предки, проживавшие на территории Симбирского края много веков назад, на каком языке говорили и какой был у них словарный запас. Все найденные симбирские слова можно посмотреть в виртуальном словаре на сайте Центральной библиотечной системы. Итог подвели, но на этом работа по поиску слов не завершилась. Руководители проекта уверены, что в словаре Дали можно найти еще 150 симбирских слов. Ирина Антонова, Владимир Куликов, новости Улправда ТВ.